еще один. Там из этого, из моего катерпиллера видеорегистратор снимает. Вот только что я его с трейла согнал. Просто сейчас уже все, рабочий день закончился, думал, покатаюсь. Блин, залазил, ударился башкой. Видимо, об этот, об сломанный светильник. Наверное, поэтому он, наверное, и сломанный, что об него бьются все. Ну, не все, но я-то стреснулся точно. Тут немножко надо было разобраться с кнопками, черт побери. Кстати, на ручнике это когда она вот туда. И тогда загорается вон красная лампочка моргает. Потом я все поподробнее сделаю. Если, но его нам дали на короткий промежуток времени. Здесь надо потрамбовать и все. Я не знаю, пятницу он еще завтра будет здесь. Ну и в понедельник, наверное. Видно, не видно меня. Ну не важно. Я уже не столь важен. Главное, что техника сюда идет одна за одной, а я тут только один. Все. Ой-ой-ой, руки-то две. А делать надо много чего. Все, покатались. Работать можно. Подробности потом.